Внимание, дисклеймер. Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 16 лет. Я тебя предупредила. Hello, my friends! Здрасте, это я, Лаванда Рэй, ваша любимая, прекрасная, замечательная женщина. Мы с вами продолжаем прохождение Far Cry 4. Нам позвонил Сабал. Прям вот сейчас мне даже пришлось поставить на паузу, чтобы не пропустить его звонка. Давайте послушаем, что он там расскажет. Нам там расскажет. Мне нужно в Банапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того, как мы возьмем аванпост. Ну, Амита... Да, аванпост важен. Но спасти заложников — это самое главное. Люди Кирата верят, что Золотой Путь защитит их. Мы не можем предать их веру. Спаси заложников, брат. Доберитесь до горной деревушки. Я сегодня, короче, хотела немножко скосить за Пейгана Мина. В плане в каком? Хотела сегодня снимать... Чё? Злодейством Пейгана нет ни конца, ни края. А, это да. Хотела, короче, я это самое... О, мужик. А чё, нельзя? Хотела я быть сегодня в розовом пиджаке. Ну, знаешь, типа такая... Мафиозник. Закосить хотела под Пейгана Мина, но мне было охренеть как жарко. Поэтому я сегодня, как всегда, в своей рубахе прекрасной. Вот. И немножко кашу под третий Far Cry красной майкой. А вот, так что вы меня, конечно, извините. Что? А. Так, хорошо. А еще... Подожди. А еще нам надо с тобой же... Что нам надо с тобой? Нам надо с тобой... Повстанцы должны убить Пейгана и всех его преступников. Что это? Такое не... Да тихо, я читаю. А, это... Угу. Я поняла, хорошо. А, еще хорошо было бы нам с тобой что-то прокачать. Да. А, изготовление. Что мы хотели прокачать? Мы с тобой... А, еще два оружия. А у нас с тобой что? А что мы с тобой? Надо будет посмотреть. А, в... Ну, а, ну как раз, да, топира мы же и не нашли. А, бумажник, шкура нахура. А рюкзак, шкура свиньи. Ну, рюкзак у нас это, как бы, вроде нормально сейчас. А, вот это еще можно прокачать. Шкура кабана. Значит, что нам с тобой нужен? А, нам нужен с тобой два топира. Что тут? Два кабана. Один нахур. Карта. Давай посмотрим. Кабаны есть у нас вот здесь. А, это хорошо. А что, у меня сразу к заданию, да? Есть топир. Кстати, вот здесь топир в прошлый раз и пропал. А нахур? А нахур? А, мы за амбара в прошлый раз ловили. Как бы нам так построить свой маршрут, чтобы через всех этих ребят пройти? Так. А... Ну, давай, наверное, вот так. Подожди. Традиция. Нос чешется. Так, ну пойдем. Пойдем с тобой, по пути завалим парочку животных и поохотимся, да? Вот, и заодно вот себе что-нибудь построим, прокачаем. Построим. Боб-строитель. Подожди, чешется лицо. Мне в прошлый, за прошлую серию прилетело авторское право, представляешь? Я могла ожидать прилет авторского права от чего угодно. Не поеду, пешком пойду. Ну, как бы от конечной заставки, потому что там музыка, там, я не знаю, блин. От музыки, что здесь играет в машинах, хотя вроде в прошлой серии на машинах-то не ездил. Ну, в общем, не суть. Знаешь, за что прилетело авторское право? Ты сейчас не поверишь. За музыку, которая играет в момент прокачки персонажа. Меню прокачки. Так, нахур мне нужен. Где я их буду искать?
помним, да, что точка на карте, это отнюдь не означает, что они прям вот здесь, в этой точке, будут пастись. Это говорит о том, что где-то в этой окрестности они колобродят. Может, там, а может, тут, а может, хрен его знает, а может, тот мужик знает, а мы не знаем. Но что-то мне подсказывает, что они будут ниже. А, кстати, таймер, помню, включил, да? Ну, конечно. Конечно, ведь, как говорится, да, влюбленные часов не наблюдают. Вот так и мы с вами. Я люблю Far Cry, я люблю вас. А вот, что это? Кто это? Это кто? Блять, это медоед, это не то. Ага. Там тоже бегают животные, но мне не они нужны. Мне нужны не эти животные. Ой, мамочки. Стреляют. Так. Медоед. Ты чё? Дебилоиды. Где? Нахур. Здесь есть я не буду подходить к медоеду. Медоед жесткий. Медоед страшный. Медоед надерет мне жопу. Спокойно, медоед. Могу в тебя камнем кинуть, и ты убежишь. Да? Кто-то едет. Ой! Пацаны! Ну давайте. Ну а... Вот так. Понадеешься на драку. А они не хотят драться. Зато орел, по-моему, хочет. Он орет в мой адрес, по-моему. Ага! А нет, нихера, это не то. Как? Как? Это что такое? Я в области задания? Чего? В смысле? Так, ага, меня заметил медоед. Это плохо. Какая область задания? А это самое. А нахур? Нахур. Я без него никуда. Так, вороны каркают. Это нахур? Держи карман шире. Это же не нахур, да? Это этот. Зомбар. А может, это нахур? Не, ну подожди, ну нахур как бы он это. Это какой-то рыжий. Нахур, он же... А это кто? Это кто? Это орел. Это зомбар. Даже? Мы, конечно, можем грохнуть. Но я очень сомневаюсь, что это то, что нам нужно. Вот смотри. Да стой ты! Да стой ты, ёптыть! Это зомбар. Да! Нет, а! Да конечно, иди отсюда! Попугай не общипанный. Это зомбар, да? Да? Да, это зомбар. Иди отсюда, я сказала. Не надо. Иди отсюда! Дурак. Ясно. А нахуров нет. Нет, нет, да? Какие старые песни я вспомнила. Я сказала, иди отсюда. Да! Пронесся. Не здрасте, не до свидания. Ладно, идем. Да что такое? Что у нас тут? Коврик в каком-то дерьме, блин. Так. Спокойно. Товарищи, хотел сказать пираты. Не пираты. Товарищи, охранники Пейганмина. Пейганамин. Спокойно, я сказала. Ты меня не видел. Не видел, говорю. Протри глаза. Это пыль была, не я. А мы тут были. А я... Подозрение на спам. Не надо мне звонить. Спамеры. Мы тут были. Мы же... Это дорога к вышке. А спрашивается, а нахрена я? Мне расскажет. Ну ладно. Вообще-то там вон дорога была.
Ну вообще-то там была... Здесь была лестница? Что? Не, ну к вышке я не пойду. Зачем мне это дело? Там была дорога. Пойдем нормально. По-людски сходим. Так, допусти меня, палка. Опа! Нормально. Даже пятку не отбили. Ну, пойдем так. Ну, пойдем, что ли, так? Ладно, а подожди. Почему я была в области задания? Вы мне не расскажете? Задание, блядь, здесь? Я здесь. Какой... Что происходит? Что не так? Ну, пойдем к Топиру, хорошо. Все-таки Нахур, на самом деле, не так уж сильно... А, это вот эти, что ли, глазастые были? Видите, что ли? Разглядывали меня. А, такую красивую. О, мужики едут. Ну, главное не... Ага! 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 Ага, я тоже хочу драться. Я тоже буду драться, мужики. Опа! Я только хотела в задницу ему выстрелить. Так. А, позвольте. Спасибо. А там еще за деревом. Там еще за деревом есть мужик. Мужик за деревом. А у меня перейдет машина. Хорошо. На! Лох. Так. Я что хотела? Подожди. А, вот сюда я шла. Сбил меня, мужик. Я за себя кровь. Да я путаю кнопку! Я еще серии 10 буду все пинать, подождите. А вообще есть смысл мне на машине ехать? 140 метров, как бы, я не знаю. Ну ладно, поехали. Поехали. Великий водитель снова вернулся. Это кто? Это Нахур? Про шалаву поет. Эйгет, эйгет, шалава. Ну, он как по такие песни. А, это не Нахур, это куст. Зрение великолепное. Это был куст, ребят. Это был обман зрения. Я думал Нахур. Ну, нормально все. Я просто слепая, все хорошо. Все хорошо. Я просто слепая, ребят. Вот сейчас я думала, это воины этого какого, Пейгана, а это цветок был красный. Ага, сейчас. Конечно. Подожди, а мы где? А, мы уже проехали. Да? Да убери карту. Здесь где-то есть Топира. Ходи. И давай сразу сюда, потому что здесь вот дурачки. Сейчас прибегут. Зёпу тебе откусывать. Там, кстати, торговец. О, в прошлой серии так сбили несправедливо. Так, кто едет? Здесь стою я посреди дороги. О, торговец опять бежит. Так, а все-таки... меня интересуют Топиры. Я перезагрузила игру. Стало быть, Топиры должны вернуться. Не надо. Это все тот же, да? Где? Топиры. Отлично. Я сразу отмечаю. Так. Не успел. Ты второй можешь не убегать, ты мне не нужен. Мне надо было только друга твоего. Стой. Отлично. Отлично. А чё, подожди. Подожди. Изготовление еще надо? Ля, друг, извиняй. А где? А вон. Извиняй, мне 3 надо. Мне надо 3, дружок. Приятель.
Приятель, три надо, прям. Я честно, видеть бог, я не хотела. Я хотела сохранить тебе жизнь, но надо три шкуры. Прости. Я очень сильно переживаю, на самом деле. Отлично. Отлично. Давай. Хорошо. Вот нахур. Вот где искать? Там нету. А здесь что, свиньи? А свиньи где? А свиньи, подожди, верни мне. А свиньи, это кабан. А свиньи? А свиньи тут нет в округе, да? Ну и как бы хрен с ними. Ну и хрен бы с ними, с этими свиньями. Ладно, пошлите. Подожди. Не в ту сторону воюю. Так, ты давай по мою душу не каркай. Не надо. Ты это дело брось. Где точил моя? Так, я здесь аккуратно. Я аккуратно. Аккуратно. А! Ой, хорошо, как по маслу. Торгаш! О, кстати, тачка моя. Привет, привет. Привет. Ты впервые? Да. Да, я чутка пополню запас. О, нормально. А я могу тебе что-нибудь продать? Конечно, у меня вон это куча всего. Рюкзак? Что это? Ладно. Да, нифига, на 23 бача. Хорошо. Все, я пошла. Тебе спасибо. Надеюсь, мы еще встретимся. Обязательно. Еще топиры. Ну, мне вы не нужны. Да ладно, не кипишуйте, что вы. О, да, я вовремя. С дороги ушла. Ладно, поехали. А мы куда едем? А я что-то забыла. Что нам надо? Вы... А рот закрой! Подожди! Подожди! Сволочь ты зубастая! А надо скрафтить. Подожди, а как я скрафчу, если я не умею? Да сдрысни ты, ёптать! Подожди. А я что-то как-то... Я... Как? Я не помню. Надо будет посмотреть. Это кто? Это что такое? Это пес. Спокойно. Поехали. Ха! Не успел. Так, тихо. А, понятно. Бип-бип, мазафака. Так, ага. Ну давай, пойдем пешком. Кто-то плачет. Кто-то плачет. Так, ну... Стелс здесь, это мое. Это я сейчас организую быстро. Это прям вообще без проблем. Это как два пальца обоссать, и с этим справлюсь. Так. Пошлите. Пошлите. Напоминаю, пишите комментарии. Пишите обязательно комментарии. Они, во-первых, ролик продвигают. Во-вторых, мне приятно, когда вы пишете комментарии. Я прям... Душа радуется. Сядь, дурак! Так, а что-то как-то мы с тобой это самое. Мы с тобой что-то прям рисковые парни, а, Джей? Я так даже с Джейсоном не дерзила, ты что? А давай попробуем... А какой смысл? Нет, ну, по идее, надо же сначала всех отметить, только потом, так сказать. Ну, ты знаешь, как... Так, мне предлагают стрелять из лука. Я, знаете, что скажу? Я этот лук в салате видела последний раз. Я не буду в этом участвовать. Так, а еще кто-то здесь должен быть. Раз здесь 4 пленника, значит, здесь должно быть как минимум 4 мудака. Оп.
Можем одного из них приманить камнем. Why not? Ага, КНС-2 он услышал, конечно. Так. Это что надо делать тихо, чтобы никто не услышал. Ага. Ага. Я предлагаю пойти сверху. Мне кажется, так будет правильнее. Потому что если мы пойдем снизу, есть шанс того, что типы на верхотуре нас заметят. Поэтому логичнее было бы, конечно, действовать сверху вниз. Это дает преимущество. Прямо отсюда. Прямо отсюда докинул. Какой ты молодец. Какой ты спортсмен. Я горжусь тобой. Аджай. Так. Ты сидишь, я надеюсь? Сядь, чё, дурачок, что ли? Так. Один. А ты здесь прям реально один? Больше нет никого? Ну, кто мог бы создать мне ряд проблем, скажем так. Ты серьезно здесь? А кусты здесь есть? Кустики. Мне бы спрятаться. Кустики. Притаиться немного. Вот здесь есть кустики, но они хреновые, честно говоря. Поэтому мы спрятаемся вот в этих кустиках, пока нас не разглядели. Так, этот начищает свое оружие. Так, вот еще. Да? Да, это... А-а-а, он бьет. Он негодяй. Я бы даже сказала, что он... Такой, знаешь. О, а ты что, а ты ко мне идешь? Давай. Давай, это классно прям будет, если ты придешь сюда. Давай еще посмотрим, насколько он максимально подойдет. Подожди, подожди, не уходи. Смотри, камень. А? Это камень целый, представляешь? Прилетел. Вдруг откуда ни возьмись прилетело. Как говорится, да? Неожиданно, и сейчас будет неприятно. Ну, а может быть приятно, я не знаю. Да. Ветер, ветер, ты могуч. Убиваешь. Опа, це. Так. Это, конечно, хорошо. Это, конечно, замечательно. Сейчас мы... Ага, это... Ай, бляха. Ай, ну ладно. Я задание провалил, дебил. Что ты меня убиваешь? Что ты меня убиваешь, дебил? Написано же, задание провальное. А я где? А. Так, подожди. Значит, мы с тобой сейчас... Это что такое? Что за место? Значит, мы сейчас с тобой поступаем так же. Мы с тобой поступаем так же сейчас. Тихо, по стелсу. Наверх. Не плачут. Что за... Мы разве так... Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Прям по моему лицом сейчас было. По камням. Так. А мы где? А мы с другой стороны подошли? Да. С какой хорошей стороны мы подошли? Я сейчас. Сейчас все будет. Прям нормально. Сейчас все будет. Зашибись, ребят. Сейчас все сделаем. Минимум два. Да, мы сейчас четырех освободимся. Вообще не проблема. Просто в прошлый раз я как-то просчиталась, да? Как-то. Но где? Была бы, конечно, снайперка, я бы гораздо быстрее со всем этим справилась. А, кстати, там вон улей. Улей, кстати, можно сбрасывать на них. А вот еще... Нифига себе. И там тоже вроде был, да, этот? Ублюдок, мать твою. Ублюдок. Козел. Негодяй. Да, я думаю, что ты слепой. Смотри, я рухнула в кусты, ты меня даже и не увидел, кстати, парень. А, я предлагаю вот что. Иди сюда. Чё, дурак? Камень кинь. Иди посмотри, камень упал. Глянь, интересно, знаешь как? Там вот сверху чувак уже смотрел, ему понравилось. Я тебе тоже хочу показать. Фокус с исчезновением жизни. Давай.
А теперь давай назад, типа. Ничего, да. Минус. А мы можем сразу их развязать? Типа. А, надо перебить охрану, да? Ой-о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 й
помощь! К нам идет помощь! Так, а здесь никого, да? О, нормально. Здесь никого, здесь хорошо. Придешь сюда? Опускать все! Скоро нас все тут. Ты где сидишь? Брус! Так, а я мне вниз. Вот... Прикройте меня! Держи ухо востро. Да, а жопу еще острее. Тихо. Нутро, чую, эти парни нас прикончат. Я в кусты. Я! И я в кустах. Ой, хорошо сейчас было. Сейчас было хорошо. Я почти перебила. Мне осталось двое, да? Давай, сюда. Пойди посмотри, что происходит. Камни летают, только так. Только то и дело. Вправо, влево, в голову, в ухо, везде. Посмотри. Надо было, что ж ты дома-то не посидел? Посидел бы дома, остался бы жив. А смотри, еще вот сюда летает, смотри. Опа! Ты видал? Как раньше. Ты дебил? А, нормально. Ты не дебил. Хочу сказать, ты дебил. А ты-то, оказывается, не дебил. Ты че? А эту подонка узнает, как солдат убивать. Давай. Награду тому, кто найдет его. А ты, если вообще ближе подойдешь, вообще красавец будешь. Надо найти убийцу, не спать. Подожди, трое? А где третий? Бля, вот это не входило в мои планы, если честно. Если честно, это не входило в мои планы. Прям совсем нет. Не кончатся деньги, у нас будет гора трупов. Тебе бы все трепаться. Во-во-во-во-во-во-во-во, вот его надо отметить. Чтоб он тоже у меня был, ребят. Ай, жопу. Начинаю отсиживать себе жопу. Жопео. Так. А это не входило в мои планы, что их трое рядышком. Вообще, конечно, вот еще есть куст. Не паникуй. Сейчас все разрулим. Сейчас. А, это рубака. Ага, отлично. Ну давай. Ну. Давай. Да? Ага. Опять. А давай ты вот сюда пойдешь. Кто-то это подстроил. Подожди. Опа. Отлично. Так. Прям меня это фартовые кусты. Сейчас мы этого еще завалим, а того уже пойдем так. С автомату. Мужик, а тут... Тут трупов прибавилось, честно говоря, посмотри. Я им говорила, чтобы они сюда не ходили, но они как дурачки все ходят и ходят. Ты куда? И что мне с тобой делать? Здрасте. Жалко, прям вот так манит чертовка. Я боюсь, что я не успею с тем, что он перестреляет. Подожди. Вернись. Там кто-то есть. Да. Надо было дома сидеть. Разворачивайся. Разворачивайся, сейчас за тобой пойду. Разворачивайся. Опа, це хорошо.
Хорошо, прекрасно, остался один. Замечательно. Я же говорю, что сейчас всех спасем. Сейчас всех спасем. Я же такой нахрен Рэмбо, вы что? Там Рэмбо нервно курит в сторонке. Смотри. Опа! Так. Они в безопасности, Сабал. Спасибо. Мой отец гордился бы тобой. Он создал Золотой Путь, чтобы помочь своему народу. А, спасибо. Я приехал сюда не ради всего этого. Так, ты все равно помогаешь, брат. Посмотри, как много ты сделал. Да. Это непросто. Но согласна. Помоги Золотому Пути, и это поможет тебе добраться до Лакшманы. Сейчас развяжу. Мы найдем ее вместе. Это все, что спасибо. У меня есть. Возьми, пожалуйста. Это все, что есть. Возьми, да возьми, могли бы вообще не давать, вы че? Аджай, это да. Анита. Ага. Я знаю, что Сабал подбил тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Да. Ничего. Ты новичок, а Сабал может быть настойчив. Да, вполне. Я сделал, что мне сказали. Ты молодец. Но смотри на вещи шире. Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. От чего? От Пола. Мы отняли у него игрушки. И потолка. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. И чё теперь? Пока не разберемся с Деплером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я им помешаю. Напасть на аванпост в одиночку – самоубийство. И не такое решали. Нахрен мне нужно ваше подкрепление. Я третий Far Cry и специально сбросил. Типа у нее беда случилась. Прячьтесь! Решка! Помогите! Доберитесь до заставы. Сейчас пойдем. Сейчас доберемся до заставы, все зачистим. Мы сегодня прям вообще молодцы, прям хорошо идем. Но она мне не нравится, Амита. Она бесит меня, если честно. Она думает, что она дохрена умная. Меня бесят такие персонажи, честно говоря. Я прям вот вам как на духу могу сказать. Аджай, Аджай, Аджай! Ай! Что? Ничего, просто связь проверяю. Ой, моя ты прелесть, моя ты душка. Мой ты хороший. Ну какой ты? Никто больше в долине так гнать не умеет. Жаль, он перестал. А вы что, тут самогонку гоните, да? Вы даете. Так. Нахрена я собираю эти листочки? Как? А, подожди. Этой войной да? Не все время так? Вот вернусь домой. Нет, подожди. Не так. Ладно. О, из растений изготавливаются инъекторы, которые производят мощный эффект. Разблокируйте новые инъекторы в меню навыков. Навыки. Так, говорим здесь громко. Громко говорим здесь, потому что... аж слюна вылетела у меня. Потому что что? Потому что 2 очка надо вместо 1. Ладно. Потому что музыка там авторская, право ругается очень. Да уйдите. Уйдите, топиры. Уйдите. Уйдите, не мешайте мне, топиры. Так, а что? Надо освободить, да, заложника? Сейчас освободим. Что вы думаете? Долго, что ли? Долго, что ли, освобождать его? Я вас умоляю. Я вас умоляю. Сейчас все сделаем красиво. Сейчас он, смотри, пихается еще, козлина. Сейчас мы ему покажем, где раки зимуют. Сейчас мы его натянем на наш ствол. Воспользуемся им как глушителем. А? Вот так вот. В постул играть. Все нормально. Так, мужик, еще. А, это торговец, искать еще. Нормально, они так прогулку устраивают. Так, все. Карму очистили. Нормально все. Все нормально, все хорошо. 360 метров, да? Не густо. Ладно. Ну, мы идем.
А мы все тут же, да, рядом с вышкой, я смотрю. Потому что это опять, это вот эта лужа. Мы первую серию это здесь останавливали. Вообще, по-хорошему бы уже можно остановиться. Потому что мы играем с вами уже 29 минут 46 секунд. Вот. Ну ладно, давайте еще аванпост зачистим. Мы сегодня такие будем. Герои сегодняшней серии. Если я все правильно поняла, поправь меня в комментариях, если это не так, то по ходу дела крафтить лечилки мы можем только после получения навыка. Блин, ну это бред. Ну, просто потому что... А, ну хотя... Подожди. Хотел сказать, Джейсон же и так мог, типа, крафтить. А ему же тоже показали, как это делается в начале игры. А тут вроде бы у нас Аджай вообще, как бы, парень такой, типа, не просто с горы рухнул. Чтоб... Вот. И ни хрена не может. А сейчас я вспомнила, да, что Джейсон там вообще... Блядь, мне так страшно. Что? Да не учите дедушку кашлять, пожалуйста, я вас умоляю. Так, хорошо. Есть ли здесь сигналка? Есть здесь сигналка, вот она, я ее вижу. Да? Да, это сигналка. Давай. Они слона завалили. Ничего святого в парнях нет. Они завалили слона. Ага. Так. Ну... Да сколько вас здесь? Сначала надо вырубить сигналку. А мы ее отсюда можем вырубить? Я достану до нее отсюда. Ну как бы оно такое. Ню... А-а-а, подожди-ка. Мы можем сделать им гадость, да? Можем выпустить слона? Да? Или нет? Можем или не можем? Это я что? Это я спущусь вниз? Давай. Сядь. Сейчас, подожди. По-моему, я хочу чихнуть. Непонятно, конечно, но такое ощущение, будто бы да. Ну, короче, если чихну, значит... значит, чихну. Значит, вы услышите мой царский апчхуй. Так. Отсюда достану? Нет? Делай ставки. А, не достала. А чё... Слышь? Да. Козёл. Контрол. Вон едут еще. Едут еще. Слоник. Слоник. А, кстати, у меня еще есть... Ой, молодец, слоник! У меня еще есть приманка, я могу... Что я делаю? Слоник мне все разрулил, молодец. Слоник все порешал. Слоник захватил за меня аванпост. А что? А, не все еще? Я хотел сказать, ни хрена себе, слон затащил. Первый раз в жизни аванпост зачистила. Не я, а слон. Знаете, вот так. Я тебе пристрелю, слона, слышишь? Я колено тебе прострелю. Не трогай слона. Вот. Мы со слоном справились. Музыка мне здесь нравится. Музыка прикольная. Нет. Чё? Ну, подумаешь, все горит. Ну, как бы... О, заставка. Сначала заложники, теперь аванпост. Ну? Ты редко меня слушаешь, Аджай, но должна признать... Сегодня ты молодец. Спасибо. А, все, да? Переобулась? То, что счел нужным. Мама была бы рада. Я знаю, тебе нужна Лакшмана. А ты знаешь, но где? Просто. Мы потеряли север много лет назад, и теперь бьемся за юг.
Я обещал маме, что разве ее продам. Она так хотела. Подумай, Аджай. Твоя мать прекрасно знала, что случится, когда ты приедешь сюда. Сын Махана Гейла вернулся на родину, истерзанную войной. И Швари была умной женщиной. Кажется, я нашла свою прививку. То, что ты здесь и помогаешь нам, не случайность. Оставайся с нами. Вступай в Золотой Путь и обещаю, ты выполнишь последнее желание матери. Ага. Будь то развеять ее прах в Лакшмане, или достичь чего-то большего. Блин, не успел. Ну ладно, хорошо. Потом, то есть Золотой Путь дело моих родителей? Верно. Они хотели освободить Кирата от Пейгана. Помоги же нам закончить то, что некогда начали они. Просто подумай, Аджай. Хорошо, я подумаю. А вот это еще тоже можно, да? На превьюшку. Нормально будет. Ну, мам, похоже, походу мы надолго. Походу мы надолго тут. Первая часть завершена. О! Ага. Хорошо, я поняла, да. Так. Спасибо. Так. Ну что мы с вами делаем? Вообще, пора бы серию заканчивать, потому что 36 минут. Хорош. Затыкай, нанюхались, как я говорила в прошлой серии Киберпанка. О, здесь, кстати, Хёрк. Что, сходим к Хёрку или не надо? Да, это давай потом, в следующей серии сходим к Хёрку. Ну, блин, я не знаю, 36 минут, ну, как бы, ну, хватит. Да, давайте, короче, хорошего понемножку. А вот. Я надеюсь, что эта серия вам понравилась. И если это так, то вы обязательно поддержите ее лайком и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Также в описании под этим роликом, как всегда, вас ждут полезные ссылочки, за которыми скрывается моя группа ВКонтакте и мой Бусти. Так, пожалуй, это все. Не забывайте писать комментарии. Они продвигают видео, как я уже говорила сегодня, и также делают мне душевно очень и очень приятно. Да, это все. Увидимся с вами в следующих прохождениях, в следующих сериях. С вами была Ульяна, Far Cry 4, и всем пока-пока. Oh, 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 oh